Мне тоже интересно, я очень люблю свою страну, но у меня кайф к вам приезжать. К вам приезжать именно в Молдову, а не другое название страны какое-то. Я приезжаю к вам как охотникам, чтобы мы вместе поохотились за новыми победами какими-то. Вот это интересно. На этом тренинге Евгений Котов великолепно показал техники мотивации персонала. Показал, что на самом деле любая мотивация является все-таки материальной. Очень был впечатлен его, скажем, его трудами. И, в принципе, я думаю, что если будут еще тренинги, то я с удовольствием приду и приму участие. Каждый раз все новое, все более эффективное. То есть Евгений Котов замечательный, повторяюсь. Кот, а у него фотокоптер есть? Есть, тогда пойду к нему на тренинг. Ну так же вы выбираете, да? Решение принимаете. Понимаете, эффект меню, уловили идею? Я это у женщин позаимствовал. Очень хорошая цитата и очень помогает мне иногда. Когда хочу, тогда и дорого. Зачем тебе квадрокоптер? Когда хочу, тогда и дорого. Зачем тебе пятый спортивный костюм сборной? Когда хочу, тогда и дорого. Сейчас все поняли, да, в чем кайф? Не надо думать об основании, зачем. Из 200 человек здесь, вот тут где-то 20 сейчас руки подняли. Причем кто-то просто понял, потому что сосед понял, не понял вопроса. Знаете, чтобы не... А почему танцы? Потому что я петь не умею. Вначале предлагали петь. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, mi-a plăcut networking-ul și mi-a plăcut speaker-ul care a dat informații foarte utile și interesante. Aș recomanda pentru că se potrivește foarte bine tehnicile recomandate de domnul Cotu pentru business-ul din Republica Moldova, pentru diferite tipuri de business din Republica Moldova. Cum spune rusul, e cnut, e preanic. Da? Un pic de teorie, un pic de amuzament, ceva specific că noi învățăm mult mai ușor când este un pic de, cum se spune așa, mai amuzament. Ну, вообще, великолепная энергетика, обратная связь. То есть, чем отличается от многих других, бывает, что эффект большой, но руководители, особенно когда первые лица управленцы на тренинге, они очень сдержанно это принимают, потом подходят, бывает очень сдержанно эмоционально благодарят, но сама, вот, сам процесс, он достаточно спокойный. Чем отличается Молдова, Кишинев, это всегда много именно эмоционального такого фидбэка, эмоциональной обратной связи. То есть ты мгновенно видишь, что действительно эффект есть, уже заряженный. Потому что в первую очередь мы же видим эмоциональное какое-то зерно, а потом рациональное. Рациональное оно должно выражаться в применении. Поэтому шикарно. Рад, у меня уже как ирония судьбы. С легким паром каждый декабрь я здесь. И причем в прошлый раз мы тоже были, по-моему, 9 декабря. То есть это уже как становится добрая традиция. Мужчина, он бывает селфи делает. Ну что, отлично, закончился тренинг для руководителей мотивации персонала Кишинева Молдова. Несколько человек захотели поздравить с Новым годом Москву. Yeah.